Я вас приветствую в первом видео рубрики «Экспресс-ответов». И прежде чем мы начнем, пару слов, что это за рубрика. В данной рубрике я буду давать быстрые, короткие ответы, потому что вы часто хотите быстрые ответы, то есть конкретный вопрос, конкретный ответ. Вот я решил на канале сделать такую рубрику, в которой буду стараться по максимуму быстро отвечать на конкретный вопрос. Один вопрос, один ответ. Но бывает, что ответы я могу показывать несколько вариантов. В этом видео мы ответим на вопрос, как узнать, какая видеокарта стоит на компьютере. Это можно сделать на любой версии Windows. Для этого заходим в пуск, если Windows 7, в меню пуск и поиск, если Windows 10, вот здесь у нас есть поиск, и здесь вводим диспетчер устройств. Вот он высветился у нас, открываем его, и вот здесь видеоадаптеры. Открываем выпадающий список, и вот мы видим название нашей видеокарты. Второй способ. Программа AIDA64. Под видео я оставлю ссылку на официальный сайт, можно скачать бесплатную версию. Вот вы видите, открылась уже программа. Здесь выбираем отображение, и здесь, допустим, видео. И вот описание устройства. Мы видим название своей видеокарты. На этом все. Подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Счастливо!